Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Только 14 июля в современной медицинской клинике ревматолог из Сыктывкара. Если вас мучают боли в суставах, повышенная отечность и припухлость в области суставов, вы не можете полноценно двигаться, не откладывайте решение проблем со здоровьем. Запишитесь на прием к ревматологу. Количество мест ограничено. Записывайтесь по телефону 30350. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 14 июля, в Печоре ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 8-10, а завтра днем 19-21 градус выше нуля. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки. Мосты между нами, мосты. Песни со смыслом. От любимых исполнителей. Шансон. Душевное радио. Просто хорошие песни.